Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, отдыхающий психоаналитик. Мы с мужем уехали на Черноморское побережье, поэтому на этой неделе роликов не будет, будут через неделю, когда я вернусь в Киев. По тому, как мы чувствуем себя на отдыхе, можно понять, как мы выстроили отношения с самими собой. Если вы можете отдохнуть, не чувствовать вину за то, что вы ничего не делаете, это значит, что у вас все окей. Моя семья, мои близкие люди – это одна из самых важных ценностей для меня, и я стараюсь проводить с ними побольше времени, как, например, сейчас. Так что желаю вам этим летом хорошо отдохнуть, уехать на море, к озеру или уйти в горы, побыть с собой, отдыхать и не чувствовать вину за то, что вы ничего не делаете. Желаю вам удачи, солнечного лета и до скорых встреч!